Я Мария Ефремова, создатель и руководитель Центра пробуждения, автор и ведущая курса по матрице судеб или тайна игральных карт. И я консультирую вас по событиям прошлого, настоящего и будущего, а также отвечаю на вопросы, кто виноват и что с этим делать, как максимально быстро получить результаты из сложившихся ситуаций. И этому я могу научить вас. После прохождения курса вы уйдете от меня с точным получением ответов на вопросы, что делать, как дальше строить свою жизнь, как будут развиваться события в ней и как вы можете применить эти знания не только в своей жизни, но и на благо других людей. 17-18 июня в Москве и онлайн будет проходить мой семинар